Рейтинг нарушителей правил дорожного движения среди водителей автобусов составили в Казахстане. Три дня полицейские на дорогах по всей стране усиленно следили за движением пассажирского транспорта. И выяснили, что карагандинские водители автобусов на втором месте в списке худших. Хуже только туркестанские. На третьем месте – Алматинская область. Ну, есть явные, да, нарушения, там, перегруз, допустим. Постоянно они как нарушают. Ну, не в том месте стоят, не вовремя закрывают двери. Ну, что еще хочу сказать. Маски никто не одевает почти. За рулем курят, телефон разговаривают постоянно. Гоняют страшно, на поворотах не притормаживают. И это плюс к тому, что в маршрутках, в автобусах сильно много, ну, так, постоянно полно народа. Мы там как селедки. Водители постоянно нарушают, автобусы часто переполнены, ездят как минимум неаккуратно, то есть бывают пассажиры падают, и в общем, ну, небезопасно.